вами Evil Nerd и Rising Ricks. Всем и мы привет. Продолжаем проходить Diablo 2. Да, продолжаем. Мы выполнили первое задание. Ага. Или второе. Что-то нам расскажут. Нет, да, там все там все плохо, все очень плохо. Ну, короче, нам рассказали. И мы все умрем. Сейчас прямо. Ого, господи, сколько их. Вот это я обожаю. Так, а я еще купил между сериями лук. И так, на шив стоять. Умрите все, неверные. А вот. Лук. Все. Да, в отличие от Diablo 3, тут автонаведения нету. Автонаведение. Круг щит. Вот щит я возьму. Щит это, да, это я люблю. Ну, а стрелы было побольше купить, а то как-то я их уже потратил. Ну, а так. Ты как взял, то есть? Ну, 1006 стрел. Да. Опа, темные охотники. Да, они умирают так неинтересно. Без кровищи, эти, блин, лохматые йети прямо на куски мяса распадаются. Так правильно. Твой ворон такой же, да? Да, по-моему, да. Должен. Так, ладно, пойдем в ближний бой, что ли. Так, не, все-таки парочка наша. Друиды, которые живительные подземелье силы. Подземелье какое-то. Что за подземелье тут? На первый уровень пещеры. Ого, там еще и долго будет. Пойдем туда? Да, надо бы сходить. Пойдем зачистим. Ворон подождет. Действительно. Тем более, если я не ошибаюсь, тут сундук в конце будет большой. Ну, большие сундуки. Тут о, зомби. Скелеты, зомби. Оу, ты куда? Лучница, ты куда? Стоять. Не ходи. Пока что мы идем достаточно хорошо. Тебе, кстати, здоровье сейчас вылечило? Да нет, как-то. Походу, алтарь здоровья только на одного действует. Да. Вот, какой-то большой этот. Кто? Зомби. Мини-босс, типа? Именной, да. Что ли? Ну что ты такое делаешь, блин? Ну какие тут сильные скелеты. Воу, ребят, знаете, я пошел от вас. Даже подлечиться надо. Ну эта змея, она их травит. А, у меня именной тут скелет был просто. Я бью его, что он не умирает, думаю. Она сейчас обычно побью за меня. Так. Короткий меч, треснувший алмаз. У меня синие перчатки есть. Блин, что-то я не попадаю. Я кольцо, кстати, еще выбил себе. Воу-воу, я сейчас умру. Нет! Блин, не умирай. Почему они так сильно меня бьют? Какие-то вообще. О, все потому что, что ты черный. Шаман, ты где? Зачем ты оживляешь? Оу, как их тут много. Тут что-то совсем не норм. Я к тебе сейчас двигаюсь. О, да, я улучшил своих скелетов, теперь они с топорами бегают. Так, лучница стрельнула, но не попала. Этот большой зомби скоро умрет просто от яда. Честно, смотри, он почти умер уже. Все, добил. Как раз я прибежал, и все. И сели закончилось. Сядь, мне кажется, ли твоя змейка стала больше как-то? Да, нет, вроде. Вроде так же. Все. Так, шаман, must go die. Ты видишь, их тут много. Шаманов. И вообще всех много. Да не, все. Там, кстати, с него свиток, по-моему, выпал этого идентификации. У меня как раз колечко есть. Фига себе, ты бегаешь типа из-за тобой огонь, да? Ты вот бегаешь из-за тобой огонь, типа, идет след из огня. Нет, нет. Я вот так делаю, и он просто идет огонь. В разные стороны. Я же думал, что-то новенькое. Опа. Черт! Я портал создал. Хорош. Фак. Я перепутал эти. Как их? Свитки. Что мне там в инвентаре? Это не надо мне. Мертвый бродяга с зельем маны. Маленьким. Зато портал осветил немного. Это темное подземелье. Действительно, так. Щ-
щит, он отличается чем-то? Как-то не особо. Повреждённый куш... Воу-воу-воу. О, вот это щит получше. Нет, я тут все хорошо. Все хорошо. Вообще, знаешь, вот скелеты мои какие-то самостоятельные прямо. Отлично написано. Грубый шляпа. Грубый шляпа. Вообще, просто я сразу понял. Да блин, я нажимаю Alt, чтобы смотреть вещи, и Tab, чтобы карту смотреть, и игра сворачивается. Переназначить кнопки будет. О, стрелы. И щит. Надо щит взять, а то... Это что? Я взял же щит. Ну, я... А, нет, у меня щит есть. Или он сразу оделся? Походу, он сразу оделся. Арбалет. Кстати, скажу, что в отличие от третьей Диаблы, тут мобы, ну, союзные мобы, более самостоятельные. Вот реально, я вот стою на месте, скелеты сами куда-то бегут, ищут кому вломить. Кому вломить? Нереально, знаешь, такие. Ничего. Бегают вокруг тебя. Хозяин, кого еще убить? Мы хотим больше крови. Больше крови. Так и должно быть. О, лучше не. Кстати, я не помню, сколько их можно будет совсем делать, максимальное количество. А, я даже не знаю. По-моему, штук 10 можно уж точно. Вот. Как ты некромантом играл мало, я больше друидом. Так, следующий уровень. Это левел новый, ё-моё. Какой там уже левел? Еще нет, пятый. Блин, тут где-то спуск, что ли, я видел? Ты где вообще? Я на следующий уровень перешел, там есть переход. А, блин, она так сливается с со стенкой прямо так, что... Вообще незаметно. Ага. О, тут эти шаманы. Все, иду на помощь. Некромант идет к жизни. Как бы это ни звучало странно. Хотя наша компания сама весьма своеобразная. О, еще шаман. О, сундук нашел, короче, этот большой. О, да. Золото. Драгоценный камень. У меня нету места, по-моему. Надо что-то выбросить, что ли. Что бесполезное самое мне. Ну вот. Да, короче, я возьму потом в лагере. Или нет, пусть меня... будет лук. Ладно, разберемся там. Так, я сейчас инфицирую кольцо, пожалуй, или амулет. Драгоценный камень. У меня нету свитка идентификации. Я амулетик нашел. Куда его вставлять-то? Никуда. А, его вставлять нужно. Ой-ой-ой, тут какая-то лучница. Блин, ни хрена себе они. Где? Зеленые? Ядовитые, что ли? Это змея моя. А, фига себе. Это так должно быть. Это план, да? Что-то их как-то тут... Вот это Диабло, ребята. Вот это чувствуется, прям. Тут одна просто сильная, вот. Такая, такого цвета нет. Остальные послабее. У меня мана закончилась. Воу. Что? Воу. Ого-го. Чёрт, я умер. И что мне делать? Они сейчас меня убьют. Ладно, змея, решай проблему. Я же к тебе телепортнуться никак не могу. А я телепорт могу сделать. А, ну давай. Сейчас. Я далеко как-то. От... Блин, что меня убьют? Я не попадаю по ней. А ну не бей меня. Не бей. Не надо. Да, что ты умер. Сволочь попала. Не, аптечка. Не умирай, не умирай. Ну, змея, давай. Давай, змея, давай это. Во, вот так, да, правильно. Пусть травится, сволочь. Так и умереть. Можно. Я буду от стрелы уворачиваться. Нео. Сколько там? Ой. Ой-ой, не стреляй. Тихо. Тихо, нет. А, стрела! Нет, она не долетела. Это звучит все. Где-то надо телепорт сделать. Где там телепорт? О, они золото все забрали у меня. Я сделал. Телепорт. Так. Иду к тебе.
Ты беги сразу, она тут стоит. Да беги ты, так не побьешь ее. Я жду, пока она умрет от яда. Скелет, скелет. Скелет есть? Бейте, скелеты бейте, давайте, ребят. Ой, яд, и все. Все вместе норм будет. Сейчас она умрет. А я постреляю в нее с лука. Отлично. И кровища. Лук. Так, надо взять зелье. Короткий лук. Синенький. Синенький лук. Сильнее, чем у меня. Надо будет его распознать позже. Мне не нравится то, что у меня забрали. Что? То, что у меня забрали. Все. Так иди забери, там валяется твой труп. А где мой труп? Где мой труп? Где там все произошло? Куда? Куда убежал? Ну нет, стой. А вон вижу труп свой. Сейчас разобраться, куда идти. Нравится. Отлично. Шмотки, шмотки, шмотки. Так, что тут? Газ какой-то, свиток морского портала. У меня места нету на свитке. А золото можно пособирать, походить. Падший ангел. Знаешь, что эти падшие ангелы? У меня, да. Очень скоро. Тоже так, в принципе. У меня тут какой-то зомби мини-босс был. Шляпа, у меня шляпа есть. Все, места нет. Ой, голем. Голема, пожалуй, сделаю. Что, у тебя шестой левел? Да. Вот, блин, мне немножко не хватает. Еще. Все, тут, по-моему, все. Сейчас голема создадим. Кого создадим? Голема. Длинный голем. Конечно, пока он и слабый достаточно, но все лучше, чем ничего. Ну да. Все-таки он посильнее будет скелетов, плюс на себя отвлекает внимание немного. Какая большая туша для битья. О, я устал. Придется ждать. Так, у меня 6 единиц улучшения. Пожалуй, что я живучесть подправлю себе. Где тут опыт? 13 тысяч, ну там что, 14 тысяч. Пока что я как-то более-менее равномерно прокачиваюсь. Не знаю, буду ли я вообще прокачивать. А это кто и откуда они тут? Фига себе, ты куда убежал уже. Это что, не были? А, нет, не были, о. О, умерли. С одного скилла умерли сразу. Блин, неинтересно. О, еще одна такая же. А, это уже замораживающими стрелами стреляют, ё-моё. Где? Где ты? Бежать. А у меня... Блин. Я это устал. Я к тебе иду. Сейчас мои скелетики помогут, наверное. Наверное. Да нет, этих бить понятно. Там дальше лучницы опять куча. Лучниц. Сейчас голема как раз испытаю. О, вижу. Голем, ну чё ты тормозишь? Замораживающими стрелами. Ага. Демон использует холод. Вот демон. И меня заметили эти гоблины. О, тут, короче, надо этих шаманов. Ну, эту мочу пока что с лука хорошо. Мы живы, скелеты еще. В принципе, хорошо. Блин, походу я что-то отключил, потому что у меня... О, я убил ее, кстати. Потому что у меня не отображаются мои юниты в правом верхнем углу. Вернее, в левом я смогу. Они же вроде должны отображаться, да? Да, вроде должны. У меня все отображается. Мои юниты и ты отображаешься. Так, золото, золото. Что выкинуть? Что выкинуть? Что выкинуть? Дротики выкину. Ну там что? Что-то хорошее выпало? У меня остальные доспехи выпали. Угу. Так, это сюда сдвинем. А? Ты чё, он не открывается? Потому что тут авто нельзя. А, ключ нужен, ё-моё. Я уже забыл про ключи. У тебя ключ есть? У меня нет. О, ключ выпал тут. Классно. Ну чё, сундук большой? Да ё-моё, ключ надо взять. Да нет. Но все равно, может там что-то хорошее. Как-то тут много противников появилось.
Так, а ключ... Не понял, ключ что-то не заюзался. А, он там типа не ломается сразу, да? Тогда ладно. Уже посмотри на карту, какая большая стала. Или у тебя не показывается? Не, у меня не показывается то, что ты открываешь. Ну реально, я вверх карты иду. Вот в бок куда-то теперь. Это? Ой, что я делаю? Все. Ну неплохое подземелье. Шли убивать ворона, а в итоге пошли под демку. Это, знаешь, своеобразное наше метро. Метро 504. А, все, зачистил сверху. Понятно. Значит, назад идти надо. Так. Там еще в... Если в правый идти угол, верхний, в левый, то есть, там что-то. Кто это тут? Кого-то там забил волк мой. У тебя волк уже? Да, у меня волк уже, все. Круто. Ё-моё, что мне выносливость не восстанавливается? О, точно, я думаю, что это еще хотел прокачать? Вот, вот это. Оно. Как оно? О, шарик. О, ну норм, чё. Отлично. Вот это то, что я люблю. Ну, в принципе, можно отсюда уходить уже вроде бы. Мы все тут обследовали. Да, вроде прошли. О, а вы откуда? Гоблины. Как-то ниоткуда спрятались. Да, выходим. Идем, не знаю. Дальше, к ворону. Мы, наверное, долго ходили там, да? Ну да, пожалуй, можно сейчас эту серию закончить. Нет, можно вот этот дом проверить, а тогда закончим. Ой, а тут какие-то враги. А, нате вам камеру. Синдром Дьяблы. Так. Что это такое? Что нашел там? Ну, ладно, пусть будет. Камень? Арбалетный? Ну, давай в этом уютненьком что? Домике. Оп. Что там? Давай, заходи сюда, тут... Круглый щит, свиток... Ой, свиток идентификации, надо взять. Куда его взять, вместо чего? У меня места нет. Надо взять, потом идентифицировать что-то. Пусть вот это будет. И ну за аптечку взять. Все. В домик зайти? Да. Давай попрощаемся. Всем спасибо, кто нас смотрели. Эта серия получилась достаточно напряженной. Да, думали пойти ворона убивать, но тут... Ну и чё, все пещеры. В серии его судьба настигнет. Да. А пока, всем спасибо, кто нас смотрел. И до новых встреч, всем пока. Всем пока.